Машина просто космос. Это да. Так, ну что? Я уже там. Я тебя понял. Йоу, хей-хей, всем привет, дорогие друзьяшки, с вами Леон и Слеперон. Я внизу. Он внизу. Да, он уже внизу. Так, значит, в прошлой части мы доехали до этого места, и здесь видите вообще просто жесть, какая атмосфера, тут просто какая-то камера, висят какие-то обрубки человеческие, зомби, мясо, фарш, сопли, вот здесь тоже тип такой ножки свесил, классный. Так, Кирюха, ты где там, нормально с тобой все? Да, пока жив, цел, орел. Жив, цел, орел. Вот, как вы можете заметить, мы уже играем вообще в другой день даже, мы вне записи покатались, посмотрели, что там внизу. Знаю, вы хотели бы с эффектом первого впечатления, но, к сожалению, мы просто, ну, не так получилось, что мы прокатились, только сейчас вот это записываем. Вот, плюс, ко всему прочему, у меня уже, как вы можете заметить, 150 тысяч долларов, ну, рублей, на самом деле, в местном эквиваленте. Прикались. Так, и... У меня курсор почему-то прилип. О, чёрт, блин, всё, я вниз прилетел, всё, я в порядке, курсор прилип. О, кайф. У меня курсор... Ну, в игре, короче, прилип. Прилип? Куда прилип? Ну, это... Штанам? Прямо посередине экрана, курсор. Ну тебе надо что-то, какое-то действие сделать, чтобы у тебя опять вылез курсор. Попробуй F6 нажать. F6? Да, а потом снова F6 убрать. Все нормально? О, спасибо. Все, ба. Без проблем. Вот, короче, ребятки, денежки эти, кстати, пришли мне от вас, те, кто заходил на сервер, регистрировался. Так, ну мы едем, короче, сразу направо, мы прощупали эти тоннели очень... Экспедиция. Неплохо, да, у нас будет сейчас своя экспедиция, мы уже знаем, что к чему. И скажу вам, это, ребята, на всю серию, реально, вот то, что мы сейчас будем вам показывать, это очень много приколюх здесь. Вот. Так, и если вы, в общем, заходите играть на этот сервер, то в описании есть все ссылочки, и если указываете мой ник или ник Кирилла, тех, кто пригласил вас, то нам вот, видите, денежка капает. Так что это вам отдельное спасибо за это. Вот, значит, ну и первый... Короче, это заброшенное метро, если вот так вот вкратце, но... Редукс. Да, редукс, причем метро... Криминальная Россия Редукс. Так. Вот, но yes. При этом здесь есть вот такие вот просто офигенные потаенные тоннели. Ага, так. На кишку больше похоже. На кишку. И вот, знаете, здесь вот дымить, это вот такое вот просто сразу. Неблагородное вот, дело. Да, вот начинается вот такая дымка. Ни хрена не видно, аж закашляться хочется и задохнуться. Я вообще не вижу, куда ты хочешь. Мария Ивановна сейчас... Ты и Мария Ивановна, я тебя подтолкну. Блин, застрял. Опа, нормально, спасибо, братишь. Так. Вот. Так, мы, короче, приехали, здесь, короче, сатанисты проводят свои тайные вечери. У них операция просто. Да, и вот тут вот, смотрите, выезд в канализацию, черт возьми. Вот мы, кстати, там не были, слушай, подожди, посиди пока, что я туда сгоняю. Слушай, а может тут на моцике можно, а или нельзя? Не, давай не надо, лучше не надо, ты главное, чтобы моцик не исчез. А, да, кстати, надо сесть. Слушай, на него. Слушай, это, короче, знаешь, чё? Чё? Ну тут, короче, типа сточная такая канава. Канава! И так. Через нее, прикинь, можно тоже проникнуть на эти... Залежи. Да, залежи, заброшенные метро. Так, вот, окей. А вот там, вот, ну, короче, там то же самое вы видите, да? А вот здесь, ребятки, что-то вроде тоже такого стока. Ну, такое, короче, все окей. Понятненько. Чисто столько, чтобы там вот, покупать это... шмотки там. То есть, получается, мы как упали в ту дырку, это... по сути своей, вот мы повернули направо. Вот здесь самое такое более-менее скупое на интересные места поворот. Сейчас мы вернемся обратно и поедем дальше. Вот там уже будет реально много всего интересного. Но вообще, ой, как вообще бы... локация... Жесткая. Вообще жесткая и большая, и интересная. И здесь много РПшек можно. А, да, то есть, кстати, мы когда это все добро смотрели, мы наткнулись случайно на какую-то тайную сделку. И, к сожалению, мы это записать не успели.
Там, да, какая-то, не то что сфотка, там... Вечеря какая-то была. Да, каких-то... Мафиози. Мафиози, причем это, походу, триада была. Ребята такие узкопленочно сидели. Чисто, знаешь, это где-то в Японии, там какая-нибудь триада, да, настоящая мафия, там тупо сидит и зависает в криминальной России в игре. Да-да-да, и в канализациях каких-то заброшенных метро, да. А, и да, ребят, и помимо всего прочего, мы раскусили тут тайну этой криминальной России. Мы уже говорили о том, что это утопия, криминальная Россия. Видать, она захватила весь мир. В общем, мы так поняли, что это криминальная Россия, это вообще вся планета такая. Везде, на всей планете русские только. Больше никого. Потому что вот, опять же, те же триады, это, видать, остатки сопротивления азиатских наций. Но я еще вам покажу неопровержимые доказательства того, что на самом деле вот эта локация вся криминальной России, она находится в Америке. Вот. Это я вам сейчас просто вот неопровержимые доказательства покажу. Так. Америка в данном случае как Атлантида какая-то. Ну да, она затонула. То есть мы сейчас, ребята, в тоннелях метро затонувшей Америки. Возможно, даже власти самой вот этой криминальной России, вот этой России, убер, футуристичной, не в курсе, что здесь есть залежи американских тоннелей метро заброшены. Так что это метро 2000 до хрена. Редукс. Так, у нас там впереди тоннельчик. Кстати, видели, да, вот эти бочки красненькие, когда мы сюда влетали? Они взрывоопасны. Туда можно было на них упасть и взорваться нахрен. Нам повезло, это надо делать очень аккуратно, как это делал Кирилл. Да. Так, это у нас, ребят, первая станция. Не ступать на пути, надписи слева. И как бы это первый намек на то, что здесь это американское метро. Да подожди ты, что-то какой-то баг, я сквозь стенку пролетел и выпал. Жесть какая. Аккуратней. Вот, и вот, короче говоря, еще одно доказательство того, что это Америка. То есть, смотрите, метро. Все восточные метро, короче, это метрополитен, чисто американский, все на английском, абсолютно. Вот, и тут какие-то станции тоже непонятные, видите, написано авеню, всякие парки и так далее, и так далее. Так, а вот туда, куда побежал Кирилл, там, по сути, своей... Выход. Там, однако, все. Там, однако, должен быть выход. Но его, видать, забетонировали русские строители. Или Равшан и Джумшуты всякие. Да, тут ГГ уже все. Вот, сейчас поговорим. Чтобы опять так же не встать. Дальше поехали, да. В общем, мы когда в первый раз сюда заезжали, мы наткнулись здесь на типа, который, грубо говоря, пал смертью храбрых. Вот, то есть, вот если дальше туда ехать, в черный потолок, знаете, там просто тупик. И так если ты еще туда не доехал. Я показал уже, вот он здесь. Так, а ты, подожди. А, у меня сервер закрыл соединение, прикинь, я понял. Меня выкинуло, ёпа-мать. Серьезно? Вообще серьезно, мне сейчас придется ехать обратно. Это жесть. Слушай, а мотоцикл у тебя? А вот я не знаю. Вернись, посмотри. Да, у меня. А, успеть сесть. Фух. Успел, сел, да? Да. Ладно, давай тогда мы сделаем так. Один фиг то, что я здесь буду показывать, особо онлайна не нуждается в онлайне. Поэтому я буду просто ехать дальше вниз и буду показывать дальше. Вот. И, короче, я думаю, ты синхронизируешься по моим комментариям и поймешь, где я нахожусь. Вот. А вот, короче говоря, тот потолок, где вот я вам показывал черный, если туда заехать на мотоцикле, то там можно застрять. Причем моделька персонажа тоже может застрять, и вы оттуда никуда не денетесь. Мы пытались, тут там застрял Кирилл в прошлый раз, мы пытались его оттуда всячески вытащить, даже мопед ему жопой подгоняли, вот что только не делали, это была жесть. Мы его оттуда так и не вытащили, пришлось в игру перезаходить. Вот, так что туда, ребята, лучше не сосуйтесь, когда вы будете сюда приезжать. Вот, значит, что тут еще? Ну ладно, я еду, короче, дальше спускаюсь по тоннелю метро, еду дальше. Так, вот здесь опять есть заезд слева. Так, ты синхронно со мной двигаешься? Блин, тебе пофиг вообще. Подожди, а где ты там двигаешься? А я хрен его знает, я, короче, дальше по метро поехал. Подожди, ты в метро? Ну да, я спустился в метро и... Не, видишь, у меня-то соединение разорвано.
Я сейчас в офлайне нахожусь. Я просто езжу, локацию показываю. Видишь, как все. Ну, я, короче, нахожусь там, где это... Где разделение вот этих... Где метро ветки-то. Ага. Так, вот здесь, короче... Ветка туннелей. Это какая-то бойлерная. Слушай, я вот ее не видел. Только сейчас вот ее увидел. Видать, как ты ее пропустил в прошлый раз. Какая лагая, прям серьезная. Это генераторная или что-то такое. Даже не знаю, как тебе объяснить. Ух ты, я тут какое-то местечко еще нашел. Да ты где? Я одно... Мне кажется, мы тут не были. Мне кажется, тоже. Слушай, что-то как-то мы пропустили, что ли? Полицейские онли. Типа, да, вот здесь проезжать, понятно. А, ну вот тут-то мы были, да. Здесь тоже такое место интересное. Все это на мопеде проезжается, очень здорово. Мне это нравится тут. Чтоб не париться. Путешествие, ребят, такое, знаете, по тоннелям. В общем, у нас эта серия, она по большому счету вот такая ознакомительная. Ого. По локации ознакомительная. Чего у тебя там? Нажмите F6. Не понял. А подключение отклонено, у вас недопустимый ник, или ваш ник уже используется? Чё? Не понял. В смысле? Эскей. Ладно, выйти и снова зайти. У меня вообще по подозрению читер свой кикнуло, блин. Лол. Ну, такой читер весь из себя вообще. Может, там это, какой-то админ сидит и смотрит, типа, на всю эту карту и видит, что опять эти два чувака в одном и том же месте постоянно. А, ну да, и думает, что что-то здесь неладно. Что-то тут не то. А им оно и не надо, на самом деле, следить за этой хренью. Так, короче, вот еще одна ветка, вернее, как, это конец метро линии, и начинается еще одна метростанция. И здесь я вам скажу, в принципе... Тоже метро. Блин, и что самое прикольное, все это вот просто напихано вот в подземке в Криминальной России. И можно было бы вообще не наткнуться на это все. Вот мы наткнулись. Нам как-то повезло. Да мы вообще везунчики, мне кажется. Вообще не говори. Так, ладно, я поеду дальше. А я вот на базе. На базе. На какой базе? Ну где, в мотике. А, то есть ты перезашел, да, вообще? Ну конечно. Ну понятно. Все с тобой понятно. Так, ладно, я пока тогда вот здесь. Мы с тобой еще воссоединимся. Тут получается у нас чисто такая серия по ознакомлению подземных станций метро. Нихера тут автобусов. Понаплодили. Вот, короче, знаешь, я куда подъехал? Ну-ка. А где мы тогда с мафиози столкнулись? Угу. Которые тут что-то слушай, вот обменивали пакеты. Не помнишь, как это, где этот город находится? А он находится, где аэропорт. Да, кстати, ребятки, мы сейчас заодно еще покажу, где это находится. Вот, кстати, еще запомните стадион. Тут есть стадион. А вот аэропорт, вот там наверху. Вот там был въезд. Мы, короче, получается, оттуда вот до сюда подземки проехали. Вот, и сейчас мы, в принципе, на конечной всего этого добра. И здесь три тоннеля, три подземных тоннеля. Я, наверное, сначала покажу вот этот вот. И все из них, зараза, очень сильно дымят. Если, допустим, вы двигаетесь по тоннелю вот этому земляному. Я не знаю, какой монстр его вообще бурил здесь. Так, ладно, пойду сначала туда. Но он такой ровный, зараза. Знаешь, я сразу вспоминаю фильм «Дрожь земли». А я его не видел. Ты не видел? Фига. Но название прикольно. Это старый такой еще фильмец, вообще добротный. Я помню, его очень сильно боялся, что это ужастик тот еще был. Вот. И типа вот мы по этим тоннелям едем. И вот если в данный момент на поверхности карты кто-то бегает, он увидит эти вот клубы дыма из-под земли вырывающихся. Это реально может выглядеть жутко, особенно если вы смотрели тот самый фильм. Так, окей, едем по тоннелям. Вообще, мне такое чувство, как я в толстой кишке двигаюсь. Так, окей. Вот надо же было мне разорвать соединение, зараза. Так обидно вообще. Вообще, вот, знаешь, вот обидно не то, как когда у тебя, значит, плохо играешь, когда тебе разрывают соединение. Так, и вот здесь вот, что самое интересное, тут все в плитке. Из плитки вот эти вот дыры все. Это вот сидели же, придумывали. Те, кто этот мод разрабатывал, вообще-то... мододельностью занимались. Так, а вот здесь сейчас будет очень сильный серпантин. Мы сейчас въехали в среднюю часть, в среднюю дырку. В среднюю дырку, в
Что звучит очень пошло, как по мне. Да. Так, и вот здесь мы едем вперед, и тут даже иногда можно увидеть локацию саму. Вот так вот, вот таким вот образом. Очень узенькая дырочка, и мы выезжаем, мать его, из кроличьей норы. Вот, просто из вот такой вот дыры, обалдеть. Она выглядит очень круто со стороны, и видно, что ребята просто все это добро делали прям с любовью. Странная любовь у них, конечно, любовь, на самом деле. Любовь у них, конечно, мне кажется, как это как говорится, безответная. Вот, потому что мод «Криминальная Россия» не так популярен, как по мне, как тот же Самп. Ну это ладно, это уже отдельная тема для рассуждения. Не, ну факт в том, что тут... Ну ребята работали, вообще реально видно, работали над самим модом. И вот эти все локации, все это вот они же проделывали, это вообще так круто. Не один год это все делалось. Вот, а сейчас я катаюсь, ребята, вот просто-напросто по зданию стадиона катался. Вот, выехал. Это стадион, походу, такой, знаете, среднеолимпийский. И, возвращаясь обратно, скажу вам, что где-то здесь можно наткнуться на... На кого? На въезд и выезд из дырки, которая осталась внутри. В тоннелях. Так, сейчас. Сюда вот не знаю. Здесь... Да, я вот отсюда не взял, да, надо найти другую дверь, которая приведет нас вниз. Слушай, я, кажется, тот город нашел. Да дойдем. Где эта нора, да. Ага. Ну вот нормально, так, здесь не проехать. А вот здесь, по-моему, вот эта дверь. Это... Да, вот эта дверь, и вот здесь лестница. А если мы поедем вниз, то мы вспомним замечательный инди-хоррор, который называется SCP-лестница. Ну, тут же мы про него забываем, что мы уже сюда заезжаем. Вот тут так вот все замудрено. И вот мы приехали, в принципе, похожую локацию. Мы уже такую встречали. Только здесь уже есть двери. Да, если... вот она, тот город. А если вы не вспомнили это место, то сейчас вспомните. Вот, видели, да, вспомнили, да? Так, теперь мы заезжаем сюда. Короче, очень глубокие тоннели, очень много всего проработано, проделано, и для РП-отыгровки прям вообще муа! Конфетка, подарок. Слушай, прям вообще добро. Ну и таким образом я вам только что показал, в принципе, я думаю, все. Все, что мы нашли. Все, что мы, ребята, вот здесь видели. Ну, туннели. Туннели, да. Вот. Самое главное, если по этим тоннелям за вами кто-то гонится, можно его отвлечь тем, что ты встанешь, начнешь дрифтить на одном месте. Да, дымить, и он просто потеряет обзор. Мы вот так вот от мафиози удирали. К сожалению, я на тот момент записывал, на самом деле, но у меня краш произошел в записи, и я очень сильно бомбанул еще раз. Вот, после чего мы с Кириллом посидели немножко... перелопативали этот криминальную Россию, и Кирюха придумал, как можно сделать так, чтобы у меня больше никогда не крашил этот Самп, вернее, криминальную Россию. И так что сейчас, ребятки, мы снимаем вообще, по-моему, будем снимать. Чикимони все вообще. Да, чики-пуки. Лимпопони, чики-пони. Вот, я сейчас, кстати говоря, Кирюха на стадионе. На где? На стадионе. Только вот знаешь... Вот и я тоже на этом стадионе. Ага, подожди, или ты перезашел? Я не перезашел, в том-то и дело. Там такой стадион, синяя гранка, да, там песок, да, такой... красивый такой, советский такой, знаешь. Вот, аж... вот, я тоже возле него. Эх. Детишки плачут. Ну, как будто, знаешь, это в параллельном мире. Вот-вот-вот, вот, параллельная вселенная, где все уже мертвы. А мы живы. Мы скитаемся по пустому миру, видим только стены. Господи, опять пошла какая-то тема из ряда безысходности. Ну согласись, лепота вообще. Угу. Лепота. Вот. Ну, в принципе, это все, что мы хотели вам показать в этой замечательной серии. Надеюсь, вам понравилось. А в следующей мы уже отправимся, наконец, наверное, заниматься всякими такими делами бытовыми, рутинами. Мы хотим уже, наконец, что-нибудь посмотреть, купить, заработать, работы посмотреть. Мы за все это время, прикинь, еще даже ни разу на работу не ездили. Ну, да. Ну, да. Вот он. Займемся совершенно зимними делами. Зимними? Да. Почему зимними? Ну, потому что не совершенно летними же. А-а-а.
Ну, зачем мне холодильник, если я не курю, да? Вот именно. Ну, а на этом всем спасибо за просмотр, ребятки. Подписывайтесь на каналчик, если вам понравилось. Всем удачки и всем тортик. Ух ты, это конский институт. Это конский рот, я упал с здания. Фига ты. Да.